будет выбор на Макфесте в Макдоналдс 14 февраля. Леран делает комфорт доступным. А теперь откройте для себя новинку. Парфюмерную воду The Icon. О, счастливый день! Водитель.
познакомиться со своим... Ваш Андрей Романова. За толстыми стеклами бокса для подсудимых в зале Мосгорсуда женщина в черном. Бывший прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова. Это развязка ее криминальной истории. Затем, как подсудимый оглашает приговор, журналисты наблюдают из зала трансляции. Интерес к делу бывшей сотрудницы надзорного ведомства, которая, по версии следователей, обратилась к лидеру жестокой банды с просьбой убить человека, оказался столь велик, что зал суда не смог вместить всех желающих. В 2012 году она встретилась в Москве с руководителем преступного сообщества Асланом Гагиевым и склонила его к убийству бывшего мужа своей сестры Александра Леонова, который проходил службу в следственных органах Следственного комитета. Так она желала помочь сестре избежать крупных выплат в ходе судебного спора по разделу совместно нажитого имущества. При этом фигурантка передала организатору фотографию Леонова и сообщила информацию о его месте жительства. Швецова, очевидно, точно знала, к кому пойти со столь деликатной просьбой. Аслан Гагиев и его головорезы тогда в определенных кругах...